Тамаре Шустовой раз в полгода необходимы специальные офтальмологические уколы, которые она никак не может получить вот уже 2,5 года. Именно с этой проблемой она обратилась к главному врачу Одинцовской областной больницы на встрече, прошедшей в администрации округа. А мне пообещали этот вопрос решить, его взяли на заметку. Но у меня уже с ним был заочный контакт до его ухода из больницы с Перхушковской. И тогда вопрос решился, он даже мне в соцсетях прислал свой телефон, с которым можно было связаться. Поэтому как бы надеюсь, что сейчас все это решится. Было отдельно отмечено, что лекарства, назначаемые в стационаре, оплачиваться не должны. В противном случае это нарушение законодательства. Помимо проблемы получения лекарственных препаратов, о которой говорили немало, на встрече были затронуты вопросы создания комфортных условий для работы врачей и предоставления платных медицинских услуг. По словам Андрея Фадеева, встреча с жителями оказалась очень полезной. Мне это удобно, это обратная связь, это маркер того, чтобы мы там у себя в вакууме не находились и не думали, что у нас все хорошо в учреждении, а не жили в своем мире. У нас сейчас был диалог, я понял, в чем наша проблема. Я понял, что у нас есть проблема с второй больницей, проблема со Звенигородом, проблема в Кубинке есть, проблема в поликлинике на Говорова, проблема с приемным покоем. Соответственно, я буду эти сигнальные точки, в первую очередь, буду по ним решать вопросы быстро, оперативно, естественно, в пользу жителей. Член общественной палаты Московской области Евгений Мартынов обратил внимание на то, что все социальные сети и группы, в которых выкладываются посты на медицинские темы, активно просматриваются. И отклики идут на все просьбы и вопросы жителей. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».